Мы находимся в Волжском напротив дома 97 по проспекту Ленина. Именно здесь вчера произошел провал асфальта. Представляете, пешеходная дорожка, а посреди нее большой провал 5-метровой глубины. Скажите, а страшно ходить по улицам города Волжского, зная, что можно провалиться в любой момент? Конечно, конечно, страшно. Я просто удивилась, мы специально вырыли, но не похоже, похоже на провал. Ну, так это, по-моему, очевидно, что это страшно. А, она прям обвалилась, в смысле, вниз? Ой, вот это уже правда страшно. И дети мимо ходят. Конечно, страшно. Тем в темное время суток. Конечно, страшно. А есть предположение, что это может быть? Ну, как всегда, наверное, прорыв трубы. Блокнот Волжский еще не получил официальный комментарий от городских служб по поводу этой аварии. Надеемся, здесь никто не пострадал. В отличие от той ситуации, которая произошла 2 года назад на улице Аламоутской, где погибли и пострадали в кипятке волжане.